Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любимые, дорогие. И сегодня хотела бы с вами поговорить о том, как сейчас, именно в этот момент, в это время, сделать итальянскую визу, дорогие мои, и сколько это будет стоить. Итак, поехали! В зависимости от региона России, нужно найти визовый центр, который обслуживает именно ваш регион. Потому что раньше консульство Италии в Москве давало визы для всех. Сейчас консульство Италии уже этим не занимается. Занимаются только визовые центры. Стоит виза в Италию сейчас 80 евро на человека. Дело в том, что разные визовые центры по-разному принимают документы. Некоторые визовые центры принимают документы только онлайн, но есть и визовые центры, которые можно в бумажном формате самому привезти, и они вам все там расскажут, что вот мой сын Алеша и сделал. То есть он сначала покупал билеты туда и обратно, либо бронь обратно и бронь туда, как хотите. Но бронь должна быть свеженькая. Дело в том, что визы сейчас открывают Италия по любым паспортам. Сначала они говорили, что только нужны биометрические паспорта на 10 лет. Сейчас уже снова они открывают визы и с паспортами, которые действительно на 5 лет. Но 6 месяцев у вас должен быть, до 6 месяцев еще паспорт должен быть действителен. Это первое. Второе, как я уже говорила, 80 евро стоит открытие визы, плюс визовый центр берет 3000 за свои действия. Какие визы могут быть? Виза может быть по приглашению ближайшего родственника, типа вот как я делала своему сыну. Это можно скачать это приглашение из любого сайта. Здесь это несложно, можно заполнить самому и прикрепить документы родственника, который проживает в Италии. То есть либо это permesso di soggiorno, вид на жительство, и паспорт заграничный. Ну, у меня паспорт итальянский, поскольку у меня уже гражданство Италии, у меня уже permesso di soggiorno, а карта идентита и заграничный паспорт, в смысле паспорт итальянский, ну, типа заграничный, по которому я езжу за границу. Вот эти документы нужны, и от самого подающего на визу нужен паспорт, как я говорила, уже действующий, еще 6 месяцев минимум, независимо от того, на 5 лет или на 10 он выдавался, плюс фотографии 2 штуки, там вам скажут, какие нужны фотографии, на каком фоне, там девочки все знают, плюс еще страховка Леша заплатил всего 800 рублей, то есть это недорого, то есть вам будет делать визу 80 евро, страховка 800 рублей приблизительно, 3000 за услуги. Ну и все. То есть можно просто подать на туристическую визу. Если вы как турист приезжаете в Италию, у вас не приглашение уже будет, а вы должны еще подтвердить бронь какой-то гостиницы. То есть помимо билетов туда и обратно, у вас должна быть еще бронь гостиницы. Спрашивают ли билет обратный? Дорогие мои, у нас спрашивали у Алеши, когда мы приезжали в Армению. У нас там был рейс второй, Wings, другая компания. То есть мы сначала летели из Москвы до Армении Fly One, а потом уже из Армении мы летели в Wings. То есть когда мы второй раз регистрировались, онлайн-регистрация у нас не прошла. То есть наполовину прошла. То есть написано было, что на стойке регистрации нужно было подтвердить еще и документы визовые. И там у него спросили еще и билет обратный. Это я показываю, у нас был Giro Italia, то есть велосипедная гонка по Италии, которая с заездом в Виареджо. То есть у нас в Виареджо всегда праздник, дорогие мои. Ну, в общем, я уже практически все объяснила. Если по приглашению, то нужно приглашение. Если без приглашения, то нужно еще бронь на гостиницу. Билеты туда и обратно в любом случае. Приглашение либо бронь на гостиницу. Ну и вот такие вот у нас расходы. Билеты сейчас еще можно найти на «Купи билет» или «Авиасайлз». Я пользуюсь этими сайтами.
где-то от 23 тысяч рублей, я имею в виду, на человека, пока еще можно найти. В августе я смотрела, это очень-очень дорого. Ну вот у нас такой праздник, это Джиро Италии, велосипедная гонка, которая проходит в Виареджи. Виареджи всегда праздник, дорогие мои. Вот и в этот раз тоже. Смотрите, какая красотища, всегда весело и дружно. Но были перекрыты все дороги. Машины стояли по полтора часа. Ну, в общем, вроде как все объяснила. Если будут какие-то вопросы по визам, какие визовые центры, ну, визовые центры в зависимости от региона, как я уже говорила. Ну и по цене. То есть 80 рублей, евро, 80 евро именно виза на человека. Где-то около 23 сейчас можно тысяч рублей купить билет в одну сторону. Через Армению купить билет. Ну и, как я уже говорила, 800 рублей приблизительно стоит страховка, и 3000 берет приблизительно визовый центр, потому что в зависимости от визового центра они тоже свою сумму делают по-разному. Еще хотела отметить, что сейчас визу делают от 5 дней до 14. То есть за 2 недели вам уже сделают визу, но все равно вы стараетесь сделать пораньше вот вашу, так сказать, встречу в этом визовом центре. Потому что, когда звонил Алёша, в одном визовом центре ему дали аж на 2 месяца вперед только было место. Сейчас все едут в отпуска, не ждите до последнего. Назначайте встречу в визовом центре заранее, где-то за 2 месяца, даже за полтора. Звоните, а потом быстренько купите билеты и так далее и тому подобное, потому что можно в бумажном варианте все это привезти в визовый центр. Удачи, мои! Жду вас в Италии! Как только будете в Италии, обязательно встретимся на кофе и поговорим. Всех вас люблю! Спасибо, что вы у меня есть. Счастья, здоровья вам, радости, любви. С вами Ольга из Италии, с любовью!